Всем привет, ребят, с вами Анирель, и мне кажется, мои видео по прохождению приюшек уже стали скорее не видео, как пройти, а видео о том, чтобы не забыть пройти. Для меня уж точно. Остался один день, два дня до окончания баннера. И надо, блин, пройти. Поэтому давайте сначала Това, моя любимица, выиграть бой за 4 раунда, и чтобы никто из союзников не был убит. Почему и в ее теле находятся куски Лангриссера? Че? Че происходит? Что за дурдом? Я почитал. Че, она всех выпарит? А, стоп, у нас же Това. У нас сейчас не Патсер будет. Я думаю, сейчас придет Патсер, всех выпарит. Неплохо, неплохо. Бум. Что за смайлик? Нет. От забора и до рассвета. А, она классная. Я уже говорю, что она классная. А еще у нее говорящий не знаю кто. Таксик. Нам нужно пить арес 4 раза, победить всех врагов и сделать это за 4 раунда. Дичь какая-то. Больше всего меня парит этот вот маг, который отпихивает всех на 6 клеток. Он выбрасывает в помойку моего хила. Мы допустить не можем ни в коем разе, поэтому надо понять, как именно он будет дуть. Он встанет сюда, раз, два, три, четыре, пять, шесть, вот до сюда он додувает, раз, два, три, четыре, пять,
4, 5, 6. В общем, где-то да. А аура то из трехочкового скилла действует 3 клетки. Cannot be displaced. Давайте так попробуем, значит. Сейчас я просто, вопреки всему, включу защитную ауру, а не атакующую. Никто меня никуда не выкинет. Сейчас будем хилиться. Так, два раза Ареса убили. Нет, тебя надо убить 4 раза, чувак. Боль должна продолжаться. Да блин. Так, все, добиваем гада. Все, последний, четвертый раунд. Я могу похилить или я могу раздать баф? Давайте я раздам баф. Ого, она еще и резать умеет. Они призвали демона. Хана вам, ребят, теперь. Зато все ачивки в один ран. И все ходят по струнке. Она просто отравит Тову, и Това умрет, и все на этом закончится. Мне нравится эта сюжетка.
My pleasure. О, да. О, да. Так, я обожаю эту девочку. Мне... Вот такие... Можно мне вот таких вайфу? Ладно. Давайте посмотрим, что за сюжетку Патсер тогда. Вот, теперь мне захотелось Тоу потянуть еще сильнее. Обожаю умных девочек. Вообще умных людей люблю. Где крылья и сиськи? Чем сейчас будем очаровывать всех? Так. Выиграет за 5 ходов. И на момент победы у нее будет больше, чем 8% хп. То есть она может хилиться. Где она может хилиться? Гипноз, гипноз, гипноз. Это эктоген. Это просто шилдик. Так, ну и кого я хочу поигнорировать, Гвард первым.
Ай.80% хп. Я все, что ли? Не получилось? Ничего, она его реснет. Ачивки сделал. Ок. Изи. Почему он из пацер стал патель? Ха. Хейз. Что происходит? Тетя страшная.
Очень странная девочка. Нет, вот то шикарное, то офигенное. Хочу то. Ладно, я что-то замечталась. Всем удачи в прохождении. Напоминание, что это надо пройти, иначе оно закончится. С вами была Нерель. Всем пока.